Спектр вопросов, с которыми жители обратились к Оксане Пушкиной, весьма широк. От случаев домашнего насилия, которые участились из-за режима самоизоляции, до проблем ЖКХ. В частности, жалуются на качество уборки снега. В связи с погодными условиями, снегопад, где-то плохо чистят снег, где-то вообще не убирают. И, к сожалению, это совсем рядом, это Сколково, и для меня это неожиданно, но тем не менее. Несколько обращений, которые парламентарий взяла в работу, касаются улучшения жилищных условий, а также ипотечного кредитования. К Оксане Викторовне обратилась многодетная семья, у которой возникли сложности с выплатой ипотеки. Многодетный отец не может выплатить ипотеку. Банк себя плохо ведет, но банк ведет так, как он должен себя вести. Но тем не менее, вот просит помощи, пока не понимаю, чем и как помочь, но будем как-то работать с ним вместе. Все обращения Оксана Пушкина детально обсудила с заявителями и взяла под контроль. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».